Посмотрел я сериал «Большое небо», хоть он 2018 года, но только сейчас выходил, вот в июле 2021. Ну, Советский Союз, летчики, интересно показано, как они летали и на кукурузниках, и на таких самолетах реактивных. Ну, что удивило, показали, как раньше вот трепетно относились к любви, как долго ухаживали за девушками, как это все происходило. Что не как сейчас все быстро, а так все было размеренно, не спеша. И вот тут 264 за, 78 против, как говорится, 12 серий. Сегодня была 9 июля последняя серия показана. Что-то они его 2 года держали, этот сериал. Но фильм, видите, тут пишут спокойный, наивный, местами гротескный. Какое интересное начало. Ну, я так вот именно, чтобы отдохнуть, так более-менее, такая мелодрама, ничего. И тут вот, если открыть более вот детальнее, смотрите, тут актеры, они тоже не заезженные. Вот Станислав Бондаренко хорошо главную роль сыграл. Вот этот актер Демидов хорошо сыграл. Вот это хорошо сыграла роль. Вот это хорошо сыграло. Ну, то есть, взяли актеров таких, что основных, они не по всем сериалам снимаются. Ты просто как-то веришь вот этому всему. Вот видите, премьера была 28 июня 2021 года. Начали первую серию показывать. И жанр мелодрама ретро. Ну, посмотрите, я обычно не хочу... Бывают такие вот НТВ-сериалы... криминальные интересные, но там бывает, как я уже ранее говорил в обзорах, один из 3 сериалов у НТВ хороший, а так что-то у них бывает сюжет не очень, или обратно начинают женщина-следователь эту тему мусолить бесконечно. Ну вот кадры тут из сериала, видите, тут хорошо артисты сыграли, вот просто вот бывает, когда вот артисты хорошо подобраны, ты веришь им. Вот веришь, что происходит, какие-то выводы делаешь, что-нибудь такое. Смотрите, как оно все, видите, красиво тут. Съемки, форма летная. Ну вот так вот, смотрите, у меня на YouTube-канале есть обзоры иногда фильмов, то, что впечатлили, или сериалов. Смотрите, заходите на YouTube-канал, тут много всего разного интересного, в том числе о домашних животных.